Китайская поговорка гласит: «Живя в горах, используй горы, живя у моря, используй море». Это не только призывает к гибким решениям в зависимости от местных условий, но и демонстрирует умение китайцев следовать природе. Для добычи питания они разумно используют каждую пядь земли. Везде можно увидеть их необычайную мудрость. Будь то плодородная равнина или реки и озера, заснеженное высокогорье или города с его небоскребами, там, где сохранилась природная среда, повсюду царит гармония между человеком и природой. Хань Иншао и Хуан Лайнжун – представители народности Джуан из провинции Гуйчжоу. Их родное село Сяжао находится в 300 с лишним километров от административного центра провинции города Гуян. Собранные только что ветви деревьев источают свежий аромат. Эти простые на первый взгляд листья сыграют удивительную роль на предстоящем празднике. Уезд Цхунцзян в провинции Гуйчжоу находится в горном районе, где проживают представители народностей Дун, Мяо и Джуан. С давних времен местные жители в качестве основной пищи едят клейкий рис. На террасовых полях высокогорья произрастают более 100 сортов клейкого риса. В глубине гор разбросаны деревни, как уединенные острова. Пхань Иншао и Хуан Лайнжун говорят на путунхуа, стандартном китайском языке. А это листья клена, который растет в горных окрестностях. Дары природы предоставляют огромные возможности, которыми активно пользуются местные жители. Октябрь – сезон созревания клейкого риса. В селе Сяжао, где компактно проживают представители народности Джуан, местные жители готовятся к празднику в честь богатого урожая риса. Это праздник нового риса. По вкусовым качествам рис обычно делят на два вида – клейкий и обычный. Клейкий рис отличается высоким содержанием амилопектина. Это позволяет ему приобретать клейкость и вязкость во время варки. Сейчас Пан Иншао и Хуан Лайнжун приступили к вывариванию листьев в кипятке. Через несколько минут листья разварились, а сам кипяток стал желтовато-зеленого цвета. Кленовые листья служат натуральным красителем клейкого риса. После вымачивания и варки клейкий рис окрашивается в темный цвет. После этого рис окрасят еще в желтый с помощью другого растения. Окрашивание растениями продуктов питания не только удовлетворяло стремление народа, проживавшего в тяжелых условиях замкнутого пространства, к разнообразию в цветах, но и сохраняло натуральные качества самого продукта. Вареный клейкий рис, богат жирами, придает человеку чувство сытости. Он самый надежный продукт питания. В селе Дзяче, расположенном неподалеку от села Сяжао, тоже выращивают клейкий рис. Эту местность населяют представители народности Мяо. Ван Сяо Джено, 58 лет. Таких жителей, как он, в таких краях называют детьми клейкого риса. То есть эти люди выросли, питаясь клейким рисом. В 60-х годах 20 века для повышения урожайности зерновых по решению правительства внедрялся высокоурожайный скороспелый сорт риса. Младшее поколение уже употребляло в пищу такой рис. Однако Ван Сяо Джен считает, что только клейкий рис дал человеку больше сил и здоровья. Горные террасовые поля не приспособлены для сельскохозяйственной техники. Люди здесь по-прежнему используют традиционные инструменты, в основном серпы.
Выращивание риса на кручах и в горных районах требует от людей проявлять большую сообразительность, чем на равнине. Так, в горной местности предки Ван Сяоджена и он сам своими руками создали для потомков счастливую и безбедную жизнь. Издревле клейкий рис был основной пищей для населения царств У и Юэ, проживавшего по берегам реки Янцзы. В период древних династий Цин и Хань северные кочевники захватили южные территории и одновременно с этим распространяли на юг технологии выращивания клейкого риса. На самом деле, кроме выращивания клейкого риса, эти рисовые поля таят в себе еще много тайн. Тысячу лет назад предки Ван Сяоджена заметили, что заливные рисовые поля пригодны для разведения карпов и уток. А карпы и утки способны защищать поля от насекомых-вредителей. Их испражнения служат природным удобрением для риса. До сих пор на рисовых полях почти не используют химические удобрения. Клейкий рис обладает превосходными качествами, но его урожайность в половину меньше по сравнению с обычным рисом. Это приводит к тому, что посевные площади под клейкий рис составляют менее 5% от общей площади обычного риса. Но жители горной местности по-прежнему выращивают клейкий рис традиционным способом. Их жизнь кровными узами связана с этой культурой. Сейчас в селе Ван Сяоджена некоторые молодые люди больше не хотят заниматься выращиванием клейкого риса. Они перебрались в города. По мере сокращения числа рабочих рук на рисовых полях традиционный сельскохозяйственный уклад жизни постепенно уходит в прошлое. Наконец, все готово для праздника нового риса. Пхань Иньшао и Хуан Ланьжун приступили к приготовлению главного блюда соленой рыбы. В уезде Цхунцзян, провинции Гуйчжоу, круглый год влажно. Во избежание размножения бактерий люди предпочитают засаливать рыбу, чтобы ее можно было долго хранить. Местные жители считают, что острый вкус выводит из организма лишнюю жидкость. Добавляя горный перец, получают знаменитое на всю страну джуанское блюдо. Это блюдо называется «рыба в кислом соусе». Итак, в Джуанском селе начинается праздник. Местная огненная водка, которую готовят в селе Сяжао, хорошо известна многим. Эту водку делают из отборного клейкого риса местного сбора. Эту водку приготовила Пхань Иньшао, у нее 7-летняя выдержка. Уличное застолье проникнуто духом коллективного сотрудничества. Такой пир уже стал нематериальным культурным наследием человечества. Он привлекает все большее внимание всего мира. Люди, проживающие в горной местности, благодаря смекалке, проявленной в трудных условиях быта, научились готовить вкусные блюда, несмотря на неплодородие почвы. Но вот достичь успеха в безграничном океане – дело более трудное. Это требует от человека преодоления невозможного. Ван Дефен – новичок в команде ныряльщиков. Его учитель – Ван Шухуэй. Хотя учитель и ученик одного возраста, Ван Шухуэй обладает 15-летним опытом ныряния.
Этим летом Ван де Фен в снаряжении водолаза пока не может выдержать глубоководного холода. Для него это первый день на новой работе. Сегодня он должен совершить небывалое путешествие под руководством своего учителя Ван Шу Хуэ. Их работа – поиск на глубине одного из редких видов моллюсков. Это трепанг, забывшийся глубоким сном. К сожалению, его пятилетней спячке придется закончиться ранее. Остров Джанзы расположен на севере Желтого моря. Площадь острова всего 15 квадратных километров, но он богат морепродуктами. На береговой линии под водой обитает целое царство морских существ. Трепанги, морские ушки, морские ежи и другие моллюски, которые, по мнению китайцев, являются ценными дарами моря, представляют подавляющее большинство морских существ на острове. Кристально чистая вода и волны наделяют подводный мир удивительными характеристиками. Это неизведанный чудесный мир. Но Ван де Фен не обращает на него ни малейшего внимания, ведь на глубине 30 метров новичку приходится нелегко. Семейство трепанговых насчитывает более 600 миллионов лет. Но до сих пор, кроме испанцев, только китайцы используют трепангов в пищу. История приготовления блюд из трепангов началась 2000 лет тому назад. Но трепанг, которого пытаются поймать Ван Шу Хуэй и его новый ученик, совсем другой. 3 года назад в эту акваторию были выпущены миллионы зародышей трепангов, выращенных искусственно. Они росли в воде так же, как и их дикие собратья. Также были выпущены и морские ушки, морские гребешки, морские ежи и другие моллюски. В настоящем времени акватория острова Джанцзы площадью 2000 квадратных километров – это крупнейшее в Китае и даже в Азии морское пастбище. Человечество совместно с природой, с минимальными экологическими издержками осуществило мечту о развитии морского хозяйства. Морепродукты играют исключительную роль в рационе китайцев. Китайцы могут составить целое меню из трепангов, особенно этим умением славятся жители провинции Шаньдун. Среди их блюд особым качеством обладают жареные трепанги с луком. Трепанги после варки становятся студенистыми. Они скользкие и приятные на вкус, а луковая обжарка придает этому блюду особый аромат. Морские ушки – еще один ценный морепродукт в Китае. Блюда из ушек появились намного позднее, чем трепанги, но это блюдо считается новым деликатесом на банкете. Большая прибыль от продажи морепродуктов служит эффективным стимулом для ныряльщиков. Каждое утро на берегу можно увидеть занятых своим делом добытчиков глубоководной пищи. Шхуны ловцов разбросаны по разным производственным участкам. В этой акватории очень сильные волны. Однако, чем яростнее стихии, тем больше урожай. На обвитых водорослями рифах в стремительном течении появляются самые свежие морепродукты – морские ушки. Эти моллюски прячутся в уступах рифов и благодаря мясистым конечностям с силой до 200 кг присасываются к камням.
Даже под давлением буйного морского течения они крепко держатся на скалах, что затрудняет их добычу. Ван Шоухуэй с учеником работают в море, а на берегу уже их с нетерпением ждут урожая морских продуктов. Но среди их богатого улова нет одного ценного морепродукта. Сезон для него только-только наступает. 45-летний Ван Хоуси готовится в последний раз в своей профессиональной деятельности нырнуть в воду. Он водолаз, использующий тяжелые водолазные снаряжения, включая металлический шлем и ласты, которые весят более 50 килограммов. Такое снаряжение помогает Ван Хоуси нырнуть на 40 метров. Морские ежи – один из древнейших морских животных. Но только за последние 30 лет он вошел в рацион китайцев. Это связано с ростом популярности в стране японской кухни. Употребление этого деликатеса в сыром виде – самый простой и популярный способ его сервировки. Ван Хоуси прощается с работой ныряльщика. Это его последнее погружение. В Китае ныряльщики выходят на пенсию в 45 лет. На смену старшему поколению профессионалов придут молодые водолазы, такие как Ван Де Фан. Задачи стоят серьезные. В течение 6 часов Ван Де Фен и Ван Шу Хуэй должны нырять несколько раз. Они оба очень устали. А это вот и первый улов Ван Де Фена. Сейчас надо выбрать малые особи, чтобы выкинуть их в море, пусть растут дальше. Сбор морепродуктов – нелегкое дело. Жители острова Джангцзы – умельцы в добыче морепродуктов. А люди, живущие на берегах озера Тайху, для того, чтобы выловить дары озера, должны все время ждать удобного момента. В октябре на полнолуние, когда подует северо-западный ветер, из воды выходят пресноводные крабы. В этот день крабам пора покидать озеро и возвращаться в море для размножения. Инстинкты заставляют этих крабов отправляться на поиск путей к морю. Эти крабы обитают в водоемах площадью 2,5 гектара в городе Худжоу, провинции Чжэцзян. 7 месяцев назад сюда мигрировало более чем 20 тысяч особей крабов. Тогда этот краб был маленьким, размером с пуговицу, а сейчас он вырос и окреп. Несколько дней назад он в последний, 19-й раз поменял панцирь. Это означает, что он по-настоящему вырос. В
Китае крабов начали есть еще 4000 лет назад. Китайцы хорошо разбираются в кулинарии. Готовят крабов просто, выпаривают их. Это лучший рецепт для сохранения настоящего вкуса краба. Мясо крабов по праву считается деликатесом. Это лакомство прячется под твердой скорлупой. Для того, чтобы достать мясо, нужны терпение и сноровка. На протяжении долгого времени крабы являются драгоценным деликатесом китайской кухни. Но сегодня уже не так, как раньше. Люди сейчас очень редко кушают диких пресноводных крабов. Пресноводные крабы или китайские бархатные крабы в период размножения сплошным потоком устремляются к устью реки Янцзы из привычных мест обитания – протоков и озер. Из-за ухудшения экологии в настоящее время их становится все меньше и меньше в природе. Этот краб выведен искусственно. Питанием для него служат водоросли, мальки и креветки, обитающие в озере Тайху. По сравнению с крабами, выращенными на искусственных кормах, этот краб может похвастаться здоровьем. Процесс созревания у него длился дольше других. Несмотря на одинаковую среду обитания, этот краб отличается от своих собратьев высокой ценой, ведь цена зависит от веса. На рынке крабы весом 100 граммов продаются по 25 юаней, а особи весом 350 граммов стоят в 20 раз больше. Этот краб не разочарует хозяина, его вес даже более 350 граммов. Ежегодно в течение 2 месяцев крабы обладают особо свежим вкусом. Конечно, в сезон крабы не дешевое удовольствие. Полакомиться ими могут позволить себе далеко не все. Используя простые ингредиенты, можно, тем не менее, приготовить блюдо с крабовым вкусом. Итак, повар начинает свое волшебство. Несложный рецепт дает неожиданный результат. Вкус этого блюда очень напоминает крабовое мясо. В Китае использование простых и дешевых ингредиентов для приготовления необычных блюд стало настоящим предметом гордости поваров. А это блюдо получило и вовсе кичливое название. Все, что вкуснее крабов. Сегодня в Китае разведение крабов считается очень прибыльным делом. В реках на поверхности площадью 1/15 гектаров обитает около 100 особей дикого речного краба. На такой же по площади акватории для разведения крабов можно получить не менее 600 особей. Это означает, что у диких особей нет в достатке питания и кислорода. Специалисту по разведению крабов нужен помощник, который должен выловить из озера Тайху водоросли и затем сбросить их в акваторию для разведения крабов. Водоросли помогают очистить воду, а также служат питанием для речных крабов. В местах разведения речных крабов придумано множество рецептов их приготовления. Так, в местечке Дзиньцзян есть паровые пирожки с начинкой из крабовой икры с бульоном. Это блюдо за 100 лет своего существования уже стало классическим рецептом. Процесс приготовления таких пирожков достаточно сложен. Основными ингредиентами для него служат крабовая икра и крабовое мясо. А в соответствии со старинным рецептом на поверхности пирожка должно быть 32 складочки. Благодаря приготовлению на пару все питательные вещества проникают в бульон, а тесто пирожка с обжигающим бульоном внутри восхищает своей тонкостью и вязкостью. Секрет приготовления теста заключается в мастерстве того, кто его готовит. Это уникальное китайское мастерство не только становится испытанием для поваров, но и бросает вызов едокам. Ах,
Среди тех, кто может позволить себе купить больших свежих крабов, большинство – это горожане. Крабов особенно любят в Шанхае и его окрестностях. Это связано с географическими условиями города. Шанхай находится в устье реки Янцзы. Именно тут и размножаются дикие речные крабы. Цена на крабов никогда не бывает низкой, но шанхайцы никогда не колеблются во время покупки крабов. Шанхайцы – настоящие гурманы в районе правобережья Янцзы. Самые разборчивые критики деликатесов Китая. Ежегодно они покупают крабов по сезону. Самок краба покупают в сентябре по лунному календарю, а крабов-самцов – в октябре. В это время крабы вкуснее всего. В 50 километрах севера от Шанхая находится остров Чунгмин – родина большого пресноводного краба. В результате вековых движений земной коры здесь образовался самый большой в мире остров в устье реки. Вокруг него одновременно сформировалась плодородная равнина. Дельта реки Янцзы издавна считается богатым краем, изобилующим рыбой и рисом. Сегодня здесь экономика развивается намного быстрее, чем в других районах Китая. Местность Синхуа в провинции Цзянсу, находящаяся на севере дельты реки Янцзы, богата озерами и реками. В процессе урбанизации время как будто остановилось на этом клочке земли. В полдень, в самый разгар лета, Ся Цзюньтай и Ван Юаньфэн на лодке прибыли на заросшее камышом озеро, чтобы полить высоченные влаголюбивые побеги. Эта уникальная земля под их ногами называется Дотень. Равнины в среднем и нижнем течениях Янцзы отличаются высокой плотностью населения. Использование ограниченных земельных ресурсов для получения достаточного количества пищи требует необычайной смекалки от местных жителей. Тысячу лет назад здесь были только болота и пустоши. Борясь с наводнениями, люди возводили поля выше уровня воды. Болотистые почвы и озерная глина после наводнения превращалась в наносные поля. Среди разнообразных видов овощей в основном здесь выращивают сладкий картофель. Наносное поле, окруженное водой, способствует росту влаголюбивого побега сладкого картофеля. Поливка растения – трудное дело. На таком поле даже негде ступить, а перед тем так еще и побеги высотой в рост человека. Черпаки крестьяне делают сами. К черпаку прикреплен длинный бамбуковый шест. Если такой черпак в ловких руках, им можно поливать на расстоянии. Летом Ся Цзюньтай поливает таро 4 раза в день. Каждый раз на поливку уходит больше часа. Сыновья Ся Цзюньтао перебрались в город, и только жена остается его незаменимой помощницей. Во время бурного роста картофеля таро супруги Ся заняты на наносных полях целыми днями. Они и обедают прямо в поле. В озере резвятся дикие рыбки. Можно поймать их и тут же сварить. Получится хороший пикник. Летом побеги таро еще нужно удобрять. Это важное дело. Удобрения готовятся из подручных материалов. Водоросли смешивают с озерным илом. Такая смесь служит замечательным органическим удобрением. Супруги Ся ухаживают за таро, как за своими детьми. Осенью созревают плоды. Съедобная часть у таро – огромный клубень. Таро очень питательный, его можно долго хранить. За 2000 лет таро широко распространилось в южных районах южнее бассейна реки Янцзы.
Таро сорта «Драконовый аромат» с гладкой кожицей выглядит забавно. Это гордость Ся Дзюньта. Этот сорт таро, выросший на наносном поле, восхитителен по своим качествам. В древности урожайность зерновых была нестабильной. Клубни таро являются одним из важных вспомогательных продуктов питания. В сезон созревания таро вырастают и пресноводные крабы в озере. В меню хуайянской кухни до сих пор пользуются популярностью блюда доуфу с крабовой икрой. Крабовая икра становится вкуснее после обжаривания в масле. Название блюда связано с тем, что легкие доуфу и таро, потушенные на масле с крабовым привкусом, пропитываются им. Ся Дзюньтай больше всего любит тушеную свинину с таро. Для его приготовления нужно поджарить таро вместе со свининой. В результате свинина становится вкусной и нежирной, а таро полностью впитывает мясные соки. В Синхуа на праздничном столе всегда присутствует таро. В самом экономически оживленном районе Китая Ся Дзюньтай из Синхуа, возможно, будет последним крестьянином в семье. Но это не сказывается на его спокойной сельской жизни, ведь у него есть наносное поле и счастливая семья. Следуя природе, жители Синхуа изобрели наносные поля, которые приносят богатый урожай. В этом воплотилась мудрость местного населения. В районе высокогорья на высоте свыше 3-4 тысяч метров над уровнем моря созревание зерновых культур приносит людям огромную радость. Ранним августовским утром на высокогорье еще чувствуется холод. Сангэ встала очень рано. Сегодня важный день в ее жизни. Вся семья еще крепко спит. Сангэ – самая занятая женщина в семье. Она хорошо знает, что через два дня глазерный ячмень, который она сейчас замесит, превратится в сладкое вино. Так, в сопровождении ожиданий начинается новый день. Цинхай Тибетское Нагорье называют крышей мира. Там, в заснеженных горах, начинается река Цангпо, которая устремляется прямо на юг. Благодаря ей в Тибете появился участок самой плодородной земли – Шигадзе. Шигадзе – тибетцы из поколения в поколение выращивают глазерный ячмень, который является их важнейшим продуктом питания. Благодаря питательнице ячменя тибетцы выжили на высокогорье, куда редко ступала нога человека. Ячмень впитал в себя воду из чана. Теперь наступает самое важное звено в производственном процессе. Если ячмень перегреть на огне, то вино из него получается горьким. Сангэ очень хорошо контролирует температуру в этом процессе. А в поле за селом дозревает глазерный ячмень. Подобный сорт ячменя отличает предельно большим содержанием бета-глюкозы. Благодаря сверхсильной морозоустойкости он может выращиваться на высокогорной пустыне. В условиях низкого атмосферного давления невозможно сварить пищу до полной готовности. Поэтому люди сначала обжаривают зерна глазерного ячменя, а затем используют их для приготовления блюд. Дзамба – это основная пища тибетцев, приготовленная из глазерного ячменя. Ячменная мука, чай со сливочным маслом, большой кусок сливочного масла и творог лучше всего подходят для приготовления дзамба. Такой калорийный рацион питания удовлетворяет условиям жизни на Нагорье. В холодном климате люди нуждаются в калорийном питании для увеличения запаса энергии. Рост ячменя здесь имеет большое значение.
Еще до урожая глазерного ячменя люди отмечают ванго – самый главный праздник в году. Ходить вокруг поспевающего поля – самая важная составляющая праздника. В этой церемонии принимают участие самые уважаемые члены семьи, в том числе и Санге. Эта древняя традиция передается из поколения в поколение и бытует в районе Шигадзе уже 1000 лет. Таким образом, люди выражают уважение и благодарность великой природе за ее дары. На жертвеннике выложена ячменная мука в виде ладони. Эта жертва обладает огромной духовной энергией. Местные жители верят, что их молитва дойдет до небес. Празднование ванго продолжается целую неделю. В это время люди разбивают разноцветные шатры. Вот и готово ячменное вино Санге. Ячменное вино, изготовленное Санге, прозрачное и сладковатое. Ее труды оценены по достоинству. Питание жителей Тибета такое же, как и все Нагорье. Простое и естественное. Его простота пришлась по вкусу даже в отдаленных от Тибета мегаполисах. Натуральные ингредиенты, разнообразные сочетания и методы приготовления для жителей внутренних районов страны – все тибетское представляется таинственным и удивительным. Наступило хлопотливое время осенней жатвы. Суровый климат альпийского пояса отложил урожай глазерного ячменя более чем на 2 месяца. Созревший ячмень, кому бы он ни принадлежал, будут собирать всем миром. Ведь в редкие солнечные дни надо успеть все собрать и просушить. Связанные стопы ячменя рядами оставляют прямо на земле Нагорье, позади них возвышаются Гималаи. Этим труженикам, которые так близки к небу, трудно представить, каким образом люди стремятся постичь природу в густонаселенных мегаполисах. Джан Гойчунь – коренной пекинец. Ранним весенним утром он не вышел, как обычно, на прогулку с любимой птичкой или в парк, чтобы заняться гимнастикой тайцзичуань. Традиционные привычки пекинцев уступили место интересной забаве на крыше. Пройдет 5 месяцев, и семена, посаженные Гойчунем на крыше, принесут воздушное чудо в его родной город. Пекин – крупнейший город в Северном Китае. Его население более 20 миллионов. В течение 800 лет Пекин был столицей нескольких династий, а сейчас он стал оживленным мегаполисом международного значения. Здесь повсюду высотки и небоскребы, окружающие старинный запретный город, небольшие переулки и широкие проспекты. У Гуйчуня, живущего в одном из переулков, есть своеобразная мечта – возделывать собственный огород.
Это настоящая роскошь для 20-миллионного города. К тому же сюда стремятся люди со всей страны. Пекинская земля стала дорогим ресурсом. Так Гуй Чунь приступил к осуществлению своей мечты на крыше дома. Семена спокойно лежат под землей, в пруду, что также на крыше плавают прошлогодние льдинки. Скоро наступит лето, и тогда крыша Гуй Чуня превратится в цветущий сад.一共是拉了三卡车土，一桶一桶的抱上来的这土，因为是楼底儿嘛，很多人都劝我，说这楼底儿种菜你就这么点土不接这地气，能种出来不可能。我就不信，我就反复试验，因为我本身就是学中药种植的嘛，找那几位比较温和的中药调配到这个农家肥里边，没想到出奇出奇的好，我自己都特别惊讶，什么都长这么大。去年最大的瓜是39斤半。 В то время как горожане отправляются на рынок за овощами, Гуй Чунь, как настоящий земледелец, работает в собственном огороде, обеспечивая себя свежими овощами. Помидоры Гуй Чунь отличаются от других. Они более свежие, кисло-сладкие на вкус. Они напоминают людям тот вкус, который был в их памяти десятки лет назад. Гуй Чунь необычный человек. Он выращивает овощи на крыше, но еще он превращает цветы тыквы во вкусные блюда по рецепту Гуй Чуня. Несмотря на то, что Гуй Чунь готовит по-простому, его блюда отличаются свежестью. В них использованы натуральные ингредиенты. Обычно в городах крыши домов стоят голыми, но на крыше Гуй Чуня кипит жизнь. На крыше дома Гуй Чунь вырастил идеальный огород. Однако с самого первого дня ему пришлось преодолевать трудности. В летний полдень очень жарко. На крыше грунт толщиной всего 15 сантиметров. Такой слой почвы не сохраняет никакой влаги. Увидев, что ростки засыхают, Гуй Чунь принял решение поливать растения в полдень. Жарким летом над городом будто стоит тепловой купол. Очень душно. Однако на крыше в огородике Гуй Чуня прохладно. Зеленый покров крыши площадью меньше 100 квадратных метров очищает воздух. Это и есть подарок Гуй Чуня своему родному городу.
Сегодня начало осени по лунному календарю. Гуйчунь пригласил к себе соседей на пельмени. Начинка для пельменей из тыквы с огорода на крыше Гуйчуня. С началом осени с каждым днем становится все прохладнее. В это время северяне предпочитают кушать пельмени. Пекинцы поддерживают этот традиционный обычай и называют его прибавкой в осеннем весе. Пельмени с мясом и овощами для китайцев – это замечательно. Когда наступает вечер, тысячи пекинских ресторанов наполняют посетители. В ресторанах подают продукты питания со всего Китая и даже всего мира. А Гуйчунь с соседями наслаждается собственными деликатесами, дарами природы. В разных районах Китая люди, проявляя мастерство и смекалку, добывают вкусную пищу на полях природы. Все это дань уважения небесам и поклонение земле. Один писатель в свое время так сказал о простоте и безыскусности жизненного уклада китайцев. Как во время работы в полях, так и во время трапезы китайцы никогда не забывают поднять голову, чтобы взглянуть высоко в небо.